В Дагестане задержали двух медиков за выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Врач-невролог и медсестра подозреваются в получении взятки в 10 тысяч рублей. По предварительным данным, они, вступив в сговор за денежное вознаграждение, внесли ложные данные о вакцинации от COVID-19 двух граждан в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.